Накануне вечером в Черкесске совершено убийство. По данным следствия, фигурант, 32-летний житель аула Кумыш, причинил огнестрельное ранение 48-летнему мужчине в результате конфликта на бытовой почве с бывшим супругом своей сестры. Потерпевший скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Подозреваемый задержан сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии на месте преступления. По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Следственными органами Карачаево-Черкесской республики в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту совершения им убийства. По данным следствия, 17 сентября текущего года фигурант в ходе конфликта на бытовой почве с бывшим супругом своей сестры произвел в потерпевшего несколько выстрелов из принадлежащего ему огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. По уголовному делу подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователями следственного управления продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.